Всех приветствую. Запишем обновление нашего прогноза между поеданиями новогодних салатов. По биткоину буквально вот-вот пробили мы 30 тысяч. В принципе, как мы и планировали. Вот у нас нарисована зона. Мы сюда пришли. Сейчас у нас идет третья волна. Завершается, получается, третья волна, после которой мы, вероятнее всего, пойдем в коррекцию и пойдем еще выше. Пока третья волна у нас не завершилась, но мы пришли в зону необходимую. Наблюдаем, что будет дальше. Крайняя точка по прогнозу 32 с копейками. Потом на коррекцию. Куда продлится коррекция, пока неизвестно, потому что это надо будет отмерять от пика волны 3. Пока ожидаем его. Дальше. Так, что мы смотрели? Ripple. Ripple, кстати, неплохо за последние дни вот эти новогодние ходил. Мне даже удалось 10% заработать. Можно было и больше, но я не рисковал и по-быстренькому провел трейд. Так, у нас по прогнозу было, что мы дойдем до хаев. В принципе, как это и случилось. Сюда так, хоп, дошли. Это можно сносить. Сразу мы, получается, вниз не пошли. И продолжение нашего прогноза – это вниз на обновление лоев. Ну, как минимум, вот сюда. Давайте сейчас нарисую здесь прямоугольник. Сюда. На лои. Дальше, дальше. По рублю у нас, давайте на 4 часах глянем. Мы прогноз на 4 часах делали. По прогнозу было вниз и наверх. Ну, в принципе, как и случилось. Это можно удалить. Мы сходили вниз и наверх. Сейчас снова пошли вниз. Новых прогнозов пока по рублю давать не буду. Глобально, конечно же, как мне представляется, дальнейшее движение это наверх. Но каким будет движение, посмотрим чуть позже, когда откроются торги после праздников. Пока я не буду это прогнозировать. Ну, как не буду? Вот, наверх. Более точно позже. Что у нас еще было? На прошлом прогнозе у нас была ада кардана. Прогнозировали вниз и наверх. Ну, пока что вот вниз сходили, наверх что-то намечается. Подождем, перерисовывать не буду. Но третью волну мы завершили. Получается, у нас раз, два, три, четыре. Идем в пятую, после которой более серьезная коррекция ожидается. Дальше в комментариях меня просили посмотреть лайткоин. Лайткоин, в принципе, как у меня уже и была разволновка до этого. Раз, два, три, четыре, пять. После чего мы должны сходить вниз. Закончилась ли у нас пятая? Ну, вполне возможно, мы еще сделаем что-то такое и туда пойдем. Давайте сейчас глянем, какие-нибудь серьезные уровни есть ли на этой зоне. Да. Вот у нас вот здесь был разворот. Что это за уровень? Я думаю, вы понимаете. Это как раз возле нас. Ну, видите, даже я не дорисовал, уже на глаз нарисовал. 145 с копейками, 150. Ну, вот это наш потолок локальный. Пока прогноз такой. Что еще посмотрим? Аду глянули. А, ну эфир, эфир давайте посмотрим. По эфиру, в принципе, тоже у нас прогноз не меняется. Вот здесь у нас потолок, у меня здесь зона нарисована. От этой зоны мы должны пойти вниз. Пока прогноз сюда. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какие монеты еще глянуть. Под предыдущим видео были, конечно, еще запросы, я их тоже посмотрю чуть позже. А так, включайте колокольчик, пишите комментарии, свое мнение. И пока. Удачной торговли. И с Новым годом.